так как заболевание, как у меня возник, формат. Ничего не понятно, когда поют оперные певцы. Да. Это вырежьте, пожалуйста. Веселый притончик. Для... Притончик. Триадор какое имя. Да. Как Олег. Как Олег. Прости. Мужичок. Я сказал мужичок. В этот момент приходит Микаэла, которая, представляешь себе... Это кто? пу 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 Бандинга. Бандинга? Я сказал бандинга. Да. <свист> ну да. Будем судить их. <свист> <свист> Шоу, в котором произведение классической музыки рассматриваются с точки зрения актуальности, юмора и все это в легкой импровизации. Приятного просмотра. Друзья, всем привет! Рады вас приветствовать на нашем канале. У нас новый проект под названием «Классики». Это шоу-подкасты, в котором будут обсуждаться и рассказываться истории из, классические, из классической музыки. Будут рассказы об операх. И я в роли соведущего. Настя будет вести этот подкаст. Будем донимать вопросами и обсуждать те или иные темы. Меня зовут Анастасия. У меня классическое музыкальное образование. Я закончила колледж имени Гнесиных. Затем я закончила Академию хорового искусства на сольном вокальном отделении. Округ. Я концертирующая певица. И у меня возник формат — так а. как заболевание, как у меня возник формат. Дело в том, что не раз я слышала, что для для людей классическая музыка и особенно Оперные произведения. Это что-то воспринимается они как э, нечто тяжеловесное, сложное для понимания. Э, 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 ничего не понятно, когда поют оперные певцы. Это точно. <свят> вот. А, и э, цель нашего шоу в том, чтобы развеять этот миф о том, что это сложно. А, я бы хотела показать, насколько это доступно всем: что это понятно, что это злободневно. И на примере, в частности, на примере, на примере его. Да, Олег. Олег, вам слово. вам слово. Здравствуйте, здравствуйте, Анастасия. Собственно, для чего здесь я, повторюсь, меня зовут Олег. Вкратце расскажу о себе. Я оператор, постановщик, начинающий режиссер. Я в видео, в киноиндустрии достаточно творческая такая индустрия, в которой я стараюсь развиваться, но тут произошел какой-то момент, <laughs> который меня заинтересовал. Я тут, собственно, в роли э, расхитителя таинств. Я буду находить какие-то, задавать какие-то каверзные вопросы. Возможно, поговорим о, о той и или иной ситуации в ходе развития событий, одной из увертюр. Правильно я называл слово увертюра? Нормально. В одной из постановок, возможно. Да. Для выяснения того, сложно это или несколько проще, чем мы все думали. Я здесь нахожусь. Дорогие зрители, будьте внимательны. В самом конце прозвучит для вас задание, которое вам нужно будет выполнить. Мы с Олегом потом случайным образом выберем победителя. И он получит от нас подарок. А получит он бесплатный билет на одну из опер в Или? вашем городе. Ну не бесплатно. Ну, ну, для как? нас он будет платный, да, да. для вас бесплатный Собственно, в этом, в этом суть подарка. Мы вас напутали. Сегодня мы поговорим о великой опере Жоржа Бизе «Кармен». Она была написана в 1874 году. Была поста... первая постановка состоялась в Париже в 1875 году. А сюжет, между прочим, основан на э, новелле Проспера Мариме. Итак, а я буду немножечко почитывать, поскольку несколько волнуюсь. На городской площади в Севилье у табачной фабрики расположился сторожевой пост. В оживленной толпе Мелькают солдаты, уличные мальчишки, работницы фабрики со своими возлюбленными. Так, стой, подожди, там сторожевой пост, там что, кражи участились? Или почему вообще там пост находится? Скажи, Хороший вопрос. Я не железобетонно в этом уверена, но во-первых: интрига интрига. Ну, действительно, место такое. Ну, все мы знаем женский коллектив. Ну, пороховая бочка. Действительно, иногда возникали некие сумятицы. Плюс еще личность Кармена, которую мы узнаем позже. Сейчас мы просмотрим сцену. Ты видел, что там женщины идут, они курят, они все, ну, поскольку это 19 век, ну, они в платьях, да. и там мостик, он ну, не совсем плотный, немножечко то, решетчатый. Так сказать, ряд идет какой-то. Ну, то есть, там есть некие отверстия в мостике. Вот когда ты смотришь снизу. Пост охраны находится напомним, ну, снизу. Это 19 век, там да. как бы инженерия женщины... не сильно еще была продвинута. Женщины есть соображение, что не носили, не Вот, поэтому я думаю, что пост охраны был не сильно обескуражен тем, что его там, собственно, поставили. Ну даже в радость, даже в радость мне кажется. Я думаю, что да. А вот. кому не в радость смотреть на отсутствие нижнего белья у женщин? Это вырежьте, пожалуйста. А, и вот среди этой... этого цветника появляется Кармен. О, Кармен она такая женщина, которая привыкла к всеобщему мужскому вниманию и уважению то есть она лидер. Ее уважают женщины, ее боятся женщины. Она. Чувствует себя всесильной, она пользуется всячески вот этим своим положением. И она видит, что все мужские глаза устремлены на нее, кроме одного, сержанта Хозе мы с ним чуть-чуть зритель -чуть, с ним чуть-чуть знакомиться перед этой сценой, когда к нему приезжает его невеста чистая прекрасная девушка Микаэла, которая приносит ему письмо от его матери из родной деревни, и сам он весь такой, ну хороший чистый парень, хороший чистый помытый э, да, парень, да аб абсолютно До достаточно да, аккуратный, вот и он единственный не не смотрит на Кармен и ну, не его типаж, потому что он вот такой вот он стоит там где-то вдалеке, и вообще ему все равно. При этом она властная, она притягивает внимание мужчин, женщин, всех собак, кошек, птичек, воробушков. Но он остается непоколебим. Ну, он так думает. Он так думает. Вот. Собственно, как и в современном мире, наверное. И естественно, хищница Кармен, кого ей надо заполучить? Естественно, Хозе. У нее в, в волосах лютик, как у меня. Именно этот. Да. Абсолютно. Да. И С вот она ну, на табачной фабрике только так работаешь, у тебя всегда в руках какой-нибудь. Какой-нибудь некий предмет. Ну, типа цветок. И вот она исполняет свою песню Хабанеру. Тарам-там-там тарам-там-там. -там. Вот которую мы увидим сейчас. И потом она берет этот цветок и швыряет его именно Хозе. Намеренно. Он, конечно, изображает равнодушие, но... Но не изображает. Далее, конечно же, кармен не будь кармен, если не напасть на товарку с ножом. На фабрике образовался скандал. То есть она напала да, на сотрудницу фабрики с ножом, mm. и есть... пришлось разнимать Ее А у Хазе есть... Ну, обычный день, да? Обычный да, обычный вторник. вторник. В, да. Так подумаем, да. Хозе он сержант. У него есть э, его ну, как начальник Цунига. А, Подожди, и... а японцы тут каким образом? Я сама не знаю. Я понимаю все Цунига. это. Сунига! Но... Э, э, не обессудь, это мужское, видимо, испанское имя. Габриэль Гарсия Цунига. 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 Ладно, очень забавное такое да. имя. Вот и он э, говорит именно Хозе, что он должен взять э, Кармен и отвести ее, как это, в сизо, <laughs> в участок ну, а, да, КПЗ а, ну, старого да. происхождения, да. <laughs> и э, в бетонные казематы. и а сам он пойдет раздобудет ордер на ее арест. Потому что, видимо, это как бы не впервые, мне кажется. Ну, такая дама у нас с, прик... с приключениями. Да. И будучи там в камере заточена, она распускает все свои косы. Ну, будем говорить косы. И э, мы выясняем, что Чары ее все-таки всесильны, потому что э, Хозе оказывается обезоружен перед ее обаянием и он с риском для своей карьеры для своей совести он отпускает ее между тем она там исполняет песню «Сигидилья», которую мы тоже кусочек сейчас увидим mm -hmm. Точек Сигедили. да. Не путать с кисадилией. Только хотел сказать. Угу. Он отпускает ее. При этом Цунига, когда это обнаруживает, он лишает его чина сержанта. Он становится просто солдатом. И он сам попадает в те самые бетонные казематы и вынужден отбывать арест. Солдат без звания. Такой некий ноунейм. No ну да. То есть он вот всем рискнул. При том, что у практически у них муж. Иерархия построена в те времена была. Да, это 100 все 100 точно 100%. так же. Точно так же. Окей. Okay. Пока все очень интересно. Пока, знаешь, не к чему даже и подступиться. Угу. Далее. Далее мы переходим к чему? Мы переходим к действию номер два. Действие, второе действие происходит в таверне Лила Спастья, которая, ну, как бы так современным языком сказать, это такой, ну, веселый притончик для... Притончик. Ну, то, то есть если добавлять умешительное ласкательное к слову притон, то, сразу, то есть сразу оно становится сразу как таверный, будто бы да, обычным местом. Вот. Ладно. А, где мы узнаем, что а, Кармен не только цыганка и работница табачной фабрики, а еще непосредственно связана а, с трудом контрабандистов? А, то, я только хотел сказать, она бандитка, цыганка Но... бандитка через дефис. Ну, ну как бы, короче, ну, прям... Хулиганка. Да. Эх, хулиганки такие. Вот. Так, возвращаемся. Угу. Там она, там все веселятся, там куча народу. Она со своими подругами Мерседес и Фраскитой. Они прекрасно проводят Меня время. Меня очень забавляют эти имена, конечно, но... У как раз, ну... Ладно. Кто-то должен как-то называться, господи. Вот. А, там она а, поет совершенно свою прекрасную цыганскую песню. Обратите внимание. Ну, как бы это можно быстрее? Ты думаешь, да? И, между прочим, там находится еще и э, начальник э, Хозе Сунига, а, небезызвестный нам. Это испанский японец. Ну, не будем вдаваться в его происхождение. А, Каким-то волей, Как он там затесался, тоже большой вопрос. Ну, он там тоже веселится вместе со всеми. А, туда приходит желанный гость таверны это Триадор Эскамильо. О, какое имя, Да. как Олег. Как Олег, прости. Давай дальше. А, естественно, эскамиль он красив, он брутален, его жизнь полна опасности. То есть все следят за ним на кориде. И тут мы видим так. Кармен э, в другом амплуа. То есть она видит, что все женщины, конечно же, пышат интересом к эскамилью. Естественно, какая Просыпается реакция? Просыпается у нее некий такой сопернический. А я нет. Ага. Все туда, а я нет. И она. Ну, отдельная а... колбаса такая. Может, очень. очень, Да, конечно же, она всячески демонстрирует равнодушие к нему. Но между тем искорка уже пробежала. Хочу заметить, что она так на самом деле не думает, она лишь показывает всем видом своим. Конечно. Она большая артистка. Oh. Вот. Сейчас мы увидим небольшой отрывок сцены э, с Толядором. <плеческий филе> Сунига между тем, Рассказывает Кармен, что вот ты такая раз такая. Угу. Хозе, по твоей вине сейчас уже больше, во-первых, не сержант, а во-вторых, он отбывает наказание. А... И в этот момент темнеет. Посетители покидают таверну под покровом ночи. Контрабандисты собираются на рискованный промысел. На этот раз. Кармен отказывается идти с ними. Так, так, Она так. ждет Хозе. Бывший сержант. Да. Ну угу. потому что а, все-таки женское сердечко не камень. Уронишь, не поймаешь. Не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь. Я больше не знаю пословиц. Вернемся. А, и тут появляется Хозе. Он появляется, но радость их встречи кратковременно. Военный горн. Призывает драгунов казармы. Так читаешь, ну, у меня просто ну, да. некие мурашки встают. Да, конечно, Ой, ты представляешь, какому парню? Да. То есть он всегда был честен и э, владу, собственной совестью. У него там мать, прекрасная девица. Он сержант был когда-то, а сейчас а полюбил. Сейчас поддался своим чувством ужасно. и жизнь пошла куда-то не туда немножечко да тяжело жизнь очень тяжело между возлюбленными вспыхивает ссора потому что Кармен ему говорит ага тебе значит твоя служба дороже чем я раз ты хочешь вернуться мало с того что тебя понизили почему да. ты еще работаешь действительно у тебя есть две почки давай продадим одну и купим квартиру да ну. тогда не было, наверное, квартир, тогда покупали поместье, что-то типа а -а -а. избушка. Из В России дело происходило просто. Да. Спыхивает ссора. Появляется Цунига, который, конечно, Цунига. мало того, что он э, командир э, Хозе, так он, конечно же, ну за спрос денег не берут, он э, не будет дурак, ну немножечко, конечно, подбивал некие клинья. Кармен, как и все, в принципе, мужчины. Ну, мужичок со стороны. Мозжичок? Я сказал мужичок. Просто я сказал мужичок, а послышалось как мозжичок, потому что я не очень внятно произнес слово мужичок. Мало того, что он весь на нервах, что вот ему приходится так поступиться, своим долгом, своей честью, так еще и ревностью, как бы тут э, последний капри. Короче, он обнажает саблю, и, и воинская присяга нарушена, путь к возвращению в казармы Только отрезан. Через Харакири. Да. Ага. Хазе, волей неволей остается с Кармен. Он, подожди, он обнажил свою саблю, да. тем самым проявив свое неповиновение. Не Перед... А... Цунега! Цунега! Очень, наверное, громко вам сейчас было, но суть, суть да. понята. Да. И это, конечно же, это повисает немым вопросом, таким трагичным, что Хазе, конечно, понимает, что если он хочет быть Скармен, то ревность, к сожалению, будет его вечным спутником. И уже немножечко забегаем вперед, конечно же, это сулит приближение трагического исхода. А что там произошло? Об этом мы узнаем после тракта. -вот. Итак, мы возвращаемся. И действие третье. Итак, глухой ночью Контрабандисты устроили привал в горах. С ними Кармен и Хозе. Сам себе не рад, он весь мается от вот этого, он скучает по родному дому, он весь разрываем этими своими внутренними противоречиями. И главное, что Кармен, естественно, когда он уже больше, ну все, он уже как бы с ней, и она да. понимает. В общем, она его больше не любит. Ну, когда мужчина уже проявил mm -hmm. свою. И раньше личность. он был как бы там то, а все, он уже. И тут она понимает, с ним уже и скучновато, и. Э, ну, ну пропал запал такой, в который да, она влюбилась. Ну, она просто понимает, что и ему жизнь портить не хочется. Она уже и невесту его видела, и чисто по-женски у нее. Ну, хороший мальчик. Ну, Уже стал хорошим мальчиком. Ну, мы слишком разные. Он, естественно, пылая страстью... Надо. Да, Это он, естественно, я... говорит, нет, я без тебя не могу, и все. Но... Аказия. А потом, с наступлением вот полной темноты, Кармен с подругами решает разложить карты. И подругам она... Она видит, что им сулит богатство, счастье и всяческие блага, но она видит, что ей это самой грозит. То есть она видит неминуемую смерть свою. Там уже таро раскладывали в то время? Да. Ну, то есть девушки, как и сейчас, садились в кучечку, такие, ну что, на жениха, на да. судьбу и так далее. Нигде там. Инквизиция не проходила над такими. А, я, нет, для Инквизиции немного поздновато, это первая половина 19 века. Но, кстати, я тут недавно прочитала: а, Зачем мы боимся? Зачем бояться ведьм? Мне кажется, лучше бояться тех, кто сжигал их заживо. действительно, просто хотели избавиться от чего-то неименуемого. Да. Ну, да. Будем судить их. Да. И дальше мы видим вот эту сцену, где она одна, что она готова к этому, она принимает это, но, конечно, она с великой скорбью. она же будучи цыганкой, гадалкой, она верит картам, она понимает, что это ей не избежать. ну и вся ее жизнь, как бы пошла, ну, так сказать. ну она все ее поведение говорит о том, что рано или поздно кто-нибудь с ней бы все-таки расправился. ну конечно, преступница Бандинка. Да. Бандинга. Бандинга. Я сказал бандинга, я пис... Да. Можно, пожалуйста, педагогу по актерке а, по сцену речь? Капельницу Олегу. Так, дальше мы увидим отрывок сцены гадания. И далее мы видим, что каким-то образом они уже чуточку, видимо, переговорили с Эскамилью, Кармен имеется в виду, и Эскамилью приходит на свидание с Кармен. Но хозе, естественно, он весь обуреваемый ревностью, он подозрителен, он э, преграждает ему путь. Uh -huh. Кармен, между ними практически э, начинается схватка, Кармен останавливает соперников, э, и в этот, момент в этот момент приходит Микаэла, которая, представляешь это себе... Это кто? Это невеста Хозе. Это невеста Хозе. Да. Представляешь, бедная девочка. Так. Она э, ночью нашла, при том, что она понимает, что ее милый друг, он предал ее и собственный долг, но все равно она его любит. И она пришла в стан контрабандистов. Бедная девочка, Достаточно чтобы вернуть его. Здоровый выбор, осознанный, <зрослый> взрослый. Да. Пока все здесь поступают абсолютно правильно, да? Вот. И она приходит сказать ему, что его мать при смерти. Пожалуйста, вернись. Он, конечно, не может ей. Он сначала говорит, что нет, я не вернусь. Но когда он, естественно, узнает о ситуации с мамой, он уходит, но ненадолго. Встреча его с Кармен впереди. Так, и мы переходим. Я извиняюсь, а у нас э, всегда будет первая сцена, если у нас четвертое действие. Действие четвертое. Яркий солнечный день. Площадь Севильи полна народа. Собравшиеся с нетерпением ожидают начала боя быков. Шумно и радостно приветствуют они шествие героев Корриды, возглавляемое как... всеобщим любимцем «Эскамильо!» Как я угадал. Да. Приветствует его и Кармен. Ее влечет к жизнерадостному, отважному эскамильо. Фроскитая Мерседес между тем. Шепчет ей на ушко, что «Будь осторожна!» Хозе, обезумевший, ходит здесь и следит за тобой. «Будь осторожна!» А она говорит «Ха!» «Ничего страшного!» Кармен не слушает их, она устремляется на корыду. Хозе ее останавливает. Сперва он нежно обращается к возлюбленной. Говорит, вспомни, родная, было так много хорошего. Пожалуйста, Давай вернусь. за жизнь. Ну, да. Это они там да. не, не пели, да? Угу. Вот, но она, говорит, между нами все кончено. Свободной родилась, свободной и умру. Бросает она ему. Роковая женщина такая. И далее. Дело в том, что, наверное, мне не дают спокойно жить лавры теноровой карьеры. Плюс я очень люблю один участок. Что тебя к этому участку влечет? Ты закреплена в какой-то поликлинике? Прости. Давай мы будем не отходить от сюжета. Плюс я очень люблю один отрывок. Он не совсем финальный. И я не помню слов, не знаю их. Но мелодически он мне всегда очень нравился. Поэтому сейчас... Что ты делаешь? Я отдеру свой лютик. И теперь Это... я мальчики, заходите, Хозе, <с Ranger> а ты? А я Олег Отползайте Господи. Какая ужасная актерская игра. Короче, все умерли. Вот. В, в стандартный случай в... В опере, абсолютно. Кто-то должен сойти с ума и умереть обязательно. Ну, собственно, как обычный вторник. Да. Итак. Да. Олег, твои впечатления? Так, я здесь как в роли соведущего и в первую очередь слушателя могу заметить, что мне понравился рассказ, мне понравилась эта опера. В ней очень много, мне кажется, переломных моментов, очень много страсти, интриги, расследования. И каждый в этой истории получает то, что ему было необходимо. Можно сказать так о Хазе который принял судьбоносное решение для себя, также и про Хармен бедную, почти ее память. В общем, мне понравилось. Достаточно сложновато, но если углубляться, что мы и делаем, то это, это требует особого внимания. Спасибо тебе, Настя, за такой опыт. За то, что меня это немного поясница, мне промяло, конечно. Я вообще не ожидал. Mm -hmm. У тебя отлично получилось, а, и сейчас а, напомню, ты должен пройти тест на внимательность. Точно, да, это 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 мое кредо mm -hmm. все время проходить тесты. Внимательность мое второе имя, да. А, итак, какую песню Кармен исполняла на мосту, когда мы впервые ее видим? Что это была за песня? Point... Пу-пу-пу, вот -пу -пу. пу 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 пу, -пу, -пу. -пу. Вот Я что-то, ну, не принимаю мотив. Нет, я могу ошибаться, но это ты уже ошибся. Я уже ошибся. И к сожалению, тебе придется выполнить задание. А тебе придется <с einzuguralin> напеть эту самую песню. Я подскажу тебе. Та -пам -пам тарам пам, 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 Ты же знаешь, пам. что я не, не певец. Собственно, в этом заключается задание, да? Да, давай. Хоть никто не заходит, хоть не видит этого позора. Матерый like okay. mm такая Хармен, так и получилось. Такая, в возрасте женщина, немного уже в СИЗО отработавшая. О, любви, как у пташки крылья. Ну-ка. О, люби, как у пташки крылья. Мне кажется, это восхитительно. Ну, здание выполнено, я... Да, да. Считаем? Мне кажется, засчитаем. И... Пишите в комментариях, насколько да. это было да. Слух резал. И теперь мы переходим к заданию для вас, зрители, которое озвучит Олег. Друзья, ну что, как вы упоминали ранее, для вас будет у нас подарок. Заданием к этому подарку будет сделать скриншот любого понравившегося вам фрагмента из нашего подкаста. И потом мы с Настей рандомным образом в следующем выпуске озвучим победителя. И, собственно, отправим ему билет в вашем городе на оперу. Ну, а теперь мы прощаемся с вами. Мы получили огромное удовольствие. Да. Это для нас совершенно новый формат. Мы, мы очень хотим продолжать. Нам понравилось. Надеюсь, что вам тоже. И Надеюсь, до скорых встреч. Да, Настя, спасибо за твой опыт, за то, что ты поделилась. Для меня хочу поделиться тоже это вообще в новинку еще раз повторюсь, мне интересно познавать этот мир оперы. И ну что, будем снимать дальше. Мы будем ждать от вас обратной связи. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам заходит такой формат, что можно изменить, либо добавить в наш формат и какую бы следующую постановку вы хотели, чтобы мы обсудили. Ставьте лайки, подписывайтесь и будем ждать вас в следующем выпуске. Пока.